37-летняя Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон близка с 35-летним принцем Гарри. Королевская журналистка рассекретила прозвище, которое герцог Сассекский придумал для жены брата. Кейт начала сближаться с королевской семьей в 2005 году. Тогда она была в неофициальном статусе девушки принца Уильяма, но часто посещала мероприятия, устроенные для близких ее величества. В тот же период она стала чаще видеться с братом Уильяма, Гарри, которому только исполнился 21 год. Юноша имел скандальную репутацию и неохотно знакомился с предыдущими пассиями старшего брата. Но Кейт его сразу расположила к себе своим добрым отношением и воспитанностью. Королевская журналистка Анджела Левайн объяснила мгновенную дружескую симпатию Кейт и Гарри. После смерти принцессы Дианы обоим братьям пришлось тяжело. Но Уильяму, как старшему брату, было немного проще. Со временем в его жизни появились романтические увлечения, и он смог переключиться. Гарри был одинок в своем горе, сообщила Левайн Экспресс. Журналистка уточнила, что Миддлтон сумела заполнить пустоту в сердце юного принца. Изначально она относилась к нему очень душевно. Гарри в ответ стал называть ее старшей сестрой, которой у него никогда не было. Это было его внутрисемейное обращение к Кейт, добавила Анджела. По словам близкого окружения Гарри, в тот период он часто приезжал в гости к будущей герцогине Кембриджской, а она готовила его любимую еду. По большому счету она подарила чувство семейного уюта для обоих братьев, сообщил источник. Миддлтон сумела наладить доверительные отношения и с королевой Елизаветой II. Сама герцогиня недавно рассказала о своем младшем сыне, годовалом Луи. Принц Гарри продолжает брать пример жены своего брата. Так он решил пересесть с частных авиарейсов на коммерческие, как ранее это сделала Миддлтон.